Начинается решающий тур, который, как вы знаете, и определит лучшего игрока квартала. Кстати, напомню, что Международный колледж туризма в Анталии предоставляет победителю этого сезона образовательный грант на право обучения. Вам предлагается 4 темы. Вы можете выбрать любой вопрос любой темы. У каждого по 5 попыток, но вы можете добавить себе баллы соперников. Конечно, если они дадут неверный ответ. Сегодня темы у нас такие. Зимний спорт, Северная Америка, самые и морские волки. Первым выбирает тот, кто до сих пор лидировал. Сергей? Северная Америка, 50. Канада – страна многонациональная. Англичанами называют себя 34,4% ее граждан, французами – 25,7%. Но самая большая группа населения – 39,4%. Называют себя именно так. И в основном они англоязычные. Канадцы? Канадцами. Это потомки самых первых переселенцев из Европы. Марк? Зимний спорт, 50. В последнее время среди зимних видов спорта получил большое распространение так называемый могул. А что он из себя представляет? Могу. Ну, хотя бы в общих чертах. Настольный хоккей. Неверно, соперники. Сергей? Это сноуборд, спуск на сноуборде. Нет. Это, может, забираем на гору? Неверно. Это разновидность фристайла. Катание на горных лыжах по бугристому склону. И выполнение прыжков на трамплинах. Адельбек? Самый за 50. Сербский писатель Ива Андрич назвал эти архитектурные сооружения самым лучшим и самым полезным из всего, что строят люди. Наверное, не считая жилищ. Это мосты? Правильно, мосты. Сергей? Морские волки, 50. Гросс-адмирал Карл Дёнец был осужден на Нюрнбергском процессе за то, что отдал так называемый приказ Тритон-0. Что это был за приказ? Дёнец оправдывался там, что на подводных лодках и так мало места. Не брать пленных с потопленных кораблей. Не подбирать моряков с тонущих кораблей. Верно, верно, принимается. Марк, выбирай. Зимний спорт за 40. В фигурном катании выделяют 4 основных базовых элемента. Шаги, спирали, вращение и... Назовите четвертый. Прыжки, альты... Прыжки, ну, в общем, прыжки. Прыжки. Да. Принимается. Адельбек. Северная Америка, до 40. Самым большим скоплением пресной воды на Земле считается этот регион Северной Америки. Впрочем, некоторые отдают предпочтение Байкалу. Великий регион. Это где... Гренландия, там скопление айсбергов. Точный ответ. Марк? Великие озера. Правильно, это Великие озера.